Кто вы? Судовой механик. А, судовой механик. То есть у вас инженерная специальность? Да. Ага, понятно. Теперь немножко понятно. Не, на самом деле высшее образование человеку дает возможность умение работать с документами. Если есть реальное высшее образование, то в Советском Союзе его давали, на самом деле. Когда тебе, ну, может, оно как бы не совсем правильно и отличается от европейского, но когда тебя загоняют за забор большой и говорят, на выбор есть две вещи. Вещь номер один – кидай лопатой. Вещь номер вторая – иди учись. То если человек homo sapiens, да, человек разумный, он начинает понимать, да, что кидать лопатой нехорошо. Но мы опять все-таки отходим от авиации. Понятно. Это вот сами принести. Вот.